друзья, вы на канале Одинокого Снайпера. Сегодня у нас на повестке дня задача дойти до трущоб и попробовать посмотреть на перевалочный пункт. Напоминаю, мы играем в игрушку под названием The Sun. Что ж, поехали. Сначала я снова посмотрю на наличие патронов у торговца. Кстати, персонаж решил, что бы не захотеть жрать. Хорошо. Давайте удовлетворим его желание и посмотрим на... Ой, на наличие оружия. Ну, точнее, патрон. Мне нужны сейчас патроны на вектор. Буду с него стрелять пока что. Или со снайпера. Нет, вот товары у него совсем другие. Нужных патронов нет. Зато очень интересная винтовка появилась у него в ассортименте. Ладно. Вроде лишним весом я не страдаю. Винтов много. Если что, при кровотечении остановлюсь. И залатаю раны. Будем надеяться, что у меня не гремит там ничего сейчас. Если гремит, то я просто грабанусь нахрен. Потому что пытаюсь уже записать видео очень-очень долго. Нет, на самом деле я еще никуда не ходил. Просто как только начинаю записывать, все начинает грохотать. Так. Надо найти трущобу. Перевалочный пункт, я не знаю, где находится. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Дальше, чем... Давайте так сделаем, чтобы я не мучился. Так, вот, пойдем сюда. Вот, уже что-то вижу. Да, это у нас трущобы, дорогие друзья. Хотите войти? Конечно, погнали. Так, будем действовать аккуратно. Давайте зайдем с этой стороны. Локация круглая, я люблю обходить справа. Так. Я думаю, нам стольник патронов хватит. Хоть на что-нибудь. Аккуратненько. Осторожно. Опа. Кого-то вижу. Давайте сейчас посмотрим, кто это. Блин, прицела здесь нету. Стоп. Уходим. Враги. Ну, раз враги. Чувак, это вроде меня еще не спалил. Раз враги, давайте пробьем им голову. Бляха. Меня спалили. Скажи мне, какого черта? Какого черта ты меня спалил? Смотрел совсем в другую сторону. Бляха, и как ты тебе стрелять? Ты же двигаешься. Ты же двигаешься со скоростью света. Ага, один готов. Так, я думаю, снайперская винтовка нам уже не пригодится, да? Все на шухере. Меня простреливают сквозь холм. Где он? Картина. Лечись. Зажимает меня со всех сторон. Сейчас отойдем, подлечимся. И у меня уже не остается никак патронов. Так. Ага. Один у нас успокоился. Хорошо. Успокоился. Пойдем на холм. Терять из виду я их не хочу. Сколько вас тут, кстати, ребятушки? Блин, все, потерял. Хреново. Сейчас из каких-нибудь кустов вылезет. Мне придет хана. А, нет. Ага. Четверо? Так, давайте подождем, пока он отсюда выйдет. Четверо так четверо. Хотя нет, это будет, наверное, очень слишком близко. А, он стоит, походу, с кем-то общается. Значит, их немножечко больше. Пятеро. Ой, чувак, на шухер встал. Ладно. Отсюда я его не застрелю. Ага, да, пятеро, вот. Блин. Дальнего надо убить. Как тебе правильно-то попасть в голову? Или ближнего? Давайте подождем, пока они начнут разговаривать. Нет, они не настроены разговаривать.
Кстати, какая-то странная группировка, я ее раньше никогда не видел. Бляха, далеко слишком. Попадание было, по-моему. А может вот так попробовать завалить? Во. Так, один слишком близко ко мне. Может запалить. Вот странно, вот чувак сейчас меня не палит совершенно. А из кустов меня взяли и спалили, хотя на открытой местности он настолько слепошарый, что вообще ничего не видит. Но патроны на вектор закончились очень быстро. Зато хотя бы стреляю нормально. Вон он. В смысле? Да бляха, хватит за этой штукой прятаться. Выйди уже наконец оттуда. Вот, все, ходи здесь. Отлично. Это вроде все. Обычно на выстрелы сбегаются люди. Ладно, все так все. Пустой. Бронированный чувак. Блин, вот броня же была нормальная. Чё ж её не надел? Вот что значит не записывать видео целый день. Забыть вообще. Стоп. А чё я тебя пропустил? И забыть вообще, что у тебя есть гораздо лучшая броня. Наверное, мне бы так... И этот пустой. Мне бы так жестко не наяривали. Что у чуваков оружие пустое? Они стреляют все патроны и помирают. Ой, что за закон подлости? Или я их просто умудряюсь убивать во время перезарядки. Ящики я вижу, сейчас их обыщу. М-ка. М-ка полная. М-ку я возьму. Ее починю, пожалуй. На время возьму. Хотя и калаш тоже не помешал бы взять, но М-ку я очень редко вижу, поэтому возьму ее. Калаш я возьму потом. Да иди ты нафиг. Иди нафиг. И еще раз иди нафиг. Мне химия пока не причиняет никакого урона по неизвестной причине. Она просто вот... Бочка есть, она шипит. У меня даже индикатор зараженности не вылазит. Так. Пистолет-пулемет. Полный. Мне от тебя нужны только патроны. Будем... Что это происходит? Будем фармить патроны и сливать торговцу. Патроны стоят тут довольно дорого, да. У тебя есть патроны, хорошо. Давайте пробежимся по локации. Посмотрим, что у нас тут имеется. Совершенно бесполезное здание. Сделанное только для того, чтобы здесь было укрытие. Хорошо. Точнее, нехорошо, раз так. Вот тут было целых три ящика. Что у нас здесь? Это что еще? Лампочка. Камень песочного цвета. Природа его происхождения неизвестна. Радиоактивен. Вырабатывает огромное количество электроэнергии, так что если подключить его к фонарику, он будет работать бесконечно. Редкий. Редкий? Почему не написано, что он радиоактивный? Я вот мельком выглянул. Ты как... А, ты замечательно прям так выводишь радиацию. Можно поставить. Вот, поэтому мне и нужны были эти артефакты. Где найти артефакт, который бы меня вылечил? Много чего тут на самом деле есть, но... Блин. Из полезного тут был только артефакт. Сейчас зря в бочки залез на самом деле. Так. Кстати, насчет сохранений. Что я хотел показать. Тут можно сохраняться сразу в трех слотах. И тут показывается время. Вот по GPS можно посмотреть. Тут три каких-то здания. Я бы искал только два. Где я нахожусь? Я сейчас... Это что такое? А, рецепты. Рецепты я прочитал. Так. Раз. А, вот. Вот это здание, по-моему, да? Вот это второе здание. Что там есть? Там тоже сплошная пустота. Больше зданий я не обнаруживал. На гору, что ли, залезть? Если там меня не будет убивать радиации. Посмотрим, может на тайнике какие-нибудь есть, которые мне неизвестны. Нет, тут есть... Бляха! Испугался. Тут есть бочки. Что-то меня аж прям передернуло. Прям вздрогнул. Не надо так делать больше. Я бочки не взлюбил с первой серии, наверное. Нет, больше я ничего не нашел. Ну, обычно на локации там какие-то спавнятся. Ну, не спавнится, а вот... А, это не ящик, это дверь. Бесполезные ящики с какими-то там патронами для калаша.
с глушителем, который я слил. Но они бесполезны. Впрочем, ладно. Я обещал показать, как чинить оружие. Давайте посмотрим. Починю я М-ку, починю калаш. Калаш, я думаю, я найду его. Выбрасывал на пустынное плато. Так, у меня два ремонтных набора как раз. А, вы видите что-то интересное? Хотите смотреть? Давай. В чем проблема? Какая-то веселая штука сейчас произошла. Давай. Хочу осмотреть место. Но еще я хочу узнать, есть ли тут кто-то враждебный. Нету. А смысл тогда этой локации? Тут дом какой-то. Дом, забор. Кстати, еще хорошая функция GPS. Он показывает всех дружественных людей на локации. Так. Совершенно пустая локация. Зачем она здесь нужна? Хотя, может быть, пропускаю что-то интересное. Какой-то артефакт, какой-то дом. Ну, я сомневаюсь, что тут есть что-то полезное. Я смотрел, там сквозь доски все просматривается. Ничего там не было. Так. Здесь. Вижу ящик. В ящике есть что-нибудь полезного? Рядом с бочками, поэтому будь осторожны. Да, конечно. Бочки, блин, за километр находятся, уже тебя убивают. Всего лишь банка. Какая-то бесполезная банка. Нет, все. Мы просто напрасно тратим время на этой локации. Я не знаю, зачем она вообще здесь нужна. Зачем ее здесь поставили. Ну, нафиг. Пойдем на заставу, починим оружие. И соберем противогазы. Я обещал, что я сделаю это в этой серии, я это сделаю. Серию я, как всегда, разделю на две части. Ну, мне так удобнее монтировать видео. Хотя бы знаю, что там что-то записывается, что-то не записывается. И есть какие-то ошибки, звуки. Чем лучше исправить это в середине видео, чем слушать это на протяжении всего. Вот я, например, записал, когда первое, второе видео по этой игре. Я напоролся на то, что запись жестко лагала. Потому что я записывал все подряд видео. Не на две части разделял, а все подряд записывал. И я это не заметил. Я это заметил, когда уже видео было готово. Если бы я делал так, что разделял видео на две части, я бы это заметил уже на середине. И исправил бы это под конец. Ладно. У меня есть схема починки какого-нибудь оружия? М16... Хорошо, я думаю, здесь вот как раз М16 у меня, но я думаю, здесь нужен еще и наш тяжеленный ремонтный набор. Ну а зачем он нужен? Я прочитал же описание, что там оружие ремонтируется. Я думаю, наш персонаж не сможет руками что-то починить. Мало того, что он, по-моему, рукожоп полнейший, он стреляет через жопу, все делает через жопу. Я думаю, что даже с ремонтным набором он ничего не соберет. Так. Вот это вот все тебе. Вот эти бесполезные патроны тоже тебе. Вот это вот тебе. Вот это калибр моей М-ки. Я оставлю. Бляха. Где патроны? Так. Патроны для вектора я куплю у тебя взамен на вот эти вот. Хорошо, мне еще что-то нужно продать? Нет. Патроны для калаш мне нужны. Мне нужны для того, чтобы я смог починить калаш и им пользоваться. Так же, как и М-ки. Заменю какую-нибудь винтовку, если пригодится, если понадобится. Так, у меня сколько тут? 59 патронов. Сейчас выложу вот это вот. Достану ремонтный набор. Одну штуку пока, потому что у меня нет калаша. И два противогаза. Раз. И два. Все. И давайте соберем. Блин. Слушайте, у меня уже... А, класс, я еще и перегружен. На 5 килограмм. Слушайте, люди... У меня же второй раз такая какая-то дребедень случается. Вот я не покупаю ничего и продать ничего не могу. Я выложил броню, потому что я перегружен. Вот я вот что сделал? Я вроде кликнул на кнопку продать и все, и вышел из диалога, да? А, ничего в итоге не продал, ничего в итоге не купил. Это... Я не понимаю, что это вдруг так начинает происходить, но допустим. Так. Все. Давайте, где... А вот смотрите, какая дребедень. Теперь у него... А, нет, есть у него патроны на вектор. Что-то они внизу самым оказались. Продать, купить. Все. Вроде все нормально. Ты как бы выйди из диалога.
Вода у меня сколько? Воды у меня целых 4 штуки. Консервы я нашел на трущобах. Так, так как я перегружен, я, пожалуй, ничего брать не буду. Пока что эту броню я оставлю здесь. На самом деле я не понимаю причину такого большого веса во мне. Вроде все нормально. Всего лишь ремонтный набор, весящий 6 килограмм. Но, блин, а куда остальные 15 килограмм? Во что они, так сказать, влились? Я, наверное, когда серию закончу, разберусь с инвентарем, чтобы не тратить ничьи нервы. Так, давайте посмотрим. У меня был рецепт на противогаз. Нужно поставить его и сам фильтр один. И собрать. Нажать кнопку. Кстати, если будет получаться мусор, то я, как сказать, ну, загружусь. Там написано было, что может мусор получится. Вероятность 10%. У нас получился противогаз. Вероятность 10%. Мусора. Так. Давайте, пожалуй, сохраню игру. Я, кстати, покажу, как это делается. Я использую это сохранение. Вот. Сохраним игру. Сделаем еще один противогаз. Собираем. Ой, я фонарь включил. Ай, ладно. Батарейка уже бесконечная у меня. Кстати, давайте это проверим. Действительно батарейка бесконечная? По-моему, нифига подобного. Там что-то тратится. Ладно, давайте посмотрим. Батарейка может закончиться, а фонарь нет. На самом деле, с фонарем лагает немного. Ночью. Я не знаю, что там такое, но лагает. Так, давайте... Я хотел еще раз сохраниться, так как у меня получился второй противогаз. Слава богу. Ну, персонаж не рукожоп. Собирать противогазы он может. А давай дадим тебе задачку посложнее. Как насчет того, чтобы отремонтировать оружие? Давай так. Собрать. Отлично, он справился. Молодец. 5 баллов тебе. Молодец, красавчик. Он все отремонтировал. Что ж, зря я сохранялся, но ладно, хотя бы показал, как это делается. Хотя почему зря? Не зря. Кстати, хочу добавить, что игра сохраняется, когда ты переходишь на локации. Еще вдобавок. Так, давайте, пожалуй... Кстати, калаши, конечно, нам придется добыть тогда, когда придется идти на пустынное плато и возвращаться сюда. Я этим геморроем заниматься не собираюсь, особенно на записи, поэтому я останавливаю запись и продолжаю уже с того места, где мы будем стоять у верстака с ремонтным набором и поломанным калашом. Погнали! Что там еще за перестрелка? Что происходит, люди? Это что-то новенькое. Походу, люди отреспавнились, но... Они какого-то хрена агрятся друг на друга. Где они все вообще? Вот они бегают. Вроде успокоились. Минус. Ой, с винтовки хорошо выносить. Давайте посмотрим вообще, что произошло. Вон, в кого он? Гад. Ладно, пошел ты нахрен отсюда. Лагает игра жестко. Такое ощущение, что там загрузилось дофига всякого говна. Что происходит? Так, ну, надеюсь, на меня сейчас никто не вылезет. Что за перестрелка была? Я вижу упыря. Так, ладно. Что произошло вообще? Вот чуваки из корпорации. Они отреспавнились, да? Но стоп, там еще какие-то трупы. Это что такое? Это мародеры. А откуда они здесь? Странно. Дорогие друзья, вас же здесь не было. Стоп, подожди. Слушайте, у меня фонарь перестал садиться только что. Это мародеры, они набежали. Ладно, вот калаш, который нам нужен. Я сейчас не буду зацикливаться на поиске трупов. Я просто... Увидел, что там что-то происходит новое. И решил, так сказать, посмотреть на этом мракобесие, все это записать. Ладно, остановлю запись еще раз. Продолжим скоро.
Так, ну что, погнали чинить наш коллаж. Кстати, обратите внимание на фонарь. Он мало того, что перестал разряжаться, так он еще и заряжаться начал. Кстати, вот буквально секунду назад он зарядился полностью. Запись немножко запоздала, я решил начать ее как можно раньше. В принципе, я все сделал. Обыскал трупы, взял коллаж и кое-как разобрался с лишним весом. Ладно, давайте посмотрим, сможет ли на этот раз у нас персонаж починить более легендарное оружие АК-47. Подождите, ребят. Сначала сохранюсь, потому что я не сохранился. Я не хочу заново все это начинать. Нет. Давайте как в прошлый раз. Тебя, тебя и тебя. Собираем. Вот, молодец. Он собрал полноценный коллаж. Так. Что ж, вот смотрите, у меня 55 веса. Если я сброшу коллаж, у меня будет примерно 50 килограмм. Ну, чуть больше. А если выпью воды, тогда действительно 50 килограмм. Вот, видите, фонарь у меня до сих пор включен. И он совершенно не разряжается. Все-таки артефакт действовал. Я уже тогда, вот когда мы только активировали этот артефакт, я уже расстроился. Вот, фонарь разряжается. Можно уже по темным локациям ходить. И не париться об аккумуляторах. Я их, кстати, тоже выбросил в сундук, в ящик. Потому что он мне не нужен. Так, давайте вектор мне менять очень не хочется на самом деле. Вот, кстати, аптечек маленьких набрал с трупов куча. Давайте выложим 4 штуки, чтобы не париться. И выложим один военный набор. И наберем, так сказать, патронов для автомата. Я их кучу нашел, тоже с трупов. Давайте все из еды сделаем на уровне 5. Воды на самом деле нет. Ох ты, ё-моё, я вышел. О, фига я вышел. Я не знаю. Ну, рукожоп, так сказать. Это не лечится. Бинты я тратить не буду. Персонаж слишком часто истекает кровью. Ладно. Давайте в этой серии мы вектор заменим на калаш. Будем заканчивать, так сказать, с калашом. Времени прошло довольно много. А так как прошло времени много, то давайте заканчивать. Сейчас я выберу место получше. Подойду к нему и начну заканчивать. Как-то неспешно его перезаряжаешь-то. Да, в бою, по-моему, нам придется страдать. Ох, ё-моё. Что ж, я думаю, нам нужно забраться наверх. В первую очередь. Сверху будет все выглядеть гораздо лучше. Забирайся, забирайся, прыгай, забирайся. Все, вот. Пусть будет так. Даже немножко вот так. Вот. Все, на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока. Извиняюсь, что сегодня только одно видео. Это связано с тем, что у меня совершенно не хватило времени записать еще. Пока.